18 автобусов среднего класса вместимости появятся в Чебоксарах в ближайшее время. Сейчас перевозки по городу осуществляют 25 МАЗов. К ним добавится еще несколько. До конца месяца они должны дополнить маршруты 32, 33 и 42. Сейчас они уже прошли регистрацию в ГИБДД, уладят формальности и, в принципе, встанут на маршрут. Сейчас городская администрация готовит постановление об ограничении движения грузового транспорта. Оно вводится ежегодно на время весеннего паводка. В этом году ограничение вступит в силу с 20 марта. Перевозчикам грузов рекомендуется заранее выстроить логистику перевозок.